Привет! Привет! Девчонки, это первый раз, когда вы не знаете, на что вы делаете сегодня реакцию. Мне страшно. Это было мучительно ожидать. Это сюрприз для вас. Макнешки в ожидании. Короче говоря, мы хорошо знаем группу Big Bang, но я недавно обнаружила одну песню, которую мы точно с вами не видели. Не верю, все. И не знаем. Так, ее исполняет у нас Дэсон. Дэсон, братишка. Мы его обожаем. Так вот, неужели мы не знали эту песню? Как я жила? 5 лет назад песня вышла, представляете? Что за песня? Что за песня такая? Я уверена, что вы ее не видели. Вы готовы? А мы видели и пропустили. Ладно, так. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Вы готовы? Ты готова? Я это не видела. Уже нравится? Это что, какой-то прикол будет? Песня прикол называется. The song! Тема, обожаю, братишки! Я не верю! На японском? Найба-найба-гиссонс. Да ну неужели? I love you. Реально, я его люблю. Нет, не зря мы это его... Это Магуми, все. Это моя любимая песня всех времен и народов. Я не буду комментировать, все слова вам. Это бомба. Это просто... Медея, я не знаю, чем ты можешь еще нас удивить, но... Нет, этим ты, она нас удивила. Просто уже ничего не переплюнет, мне кажется. Это ничего не переплюнет. Я вставлю, да? Когда появился G-Dragon, я умерла. Надеюсь, мы не громко кричали. Блин, это было потрясающе. Я думала просто какой-нибудь красивый мелодичный клип, но вначале уже было понятно, что это что-то дебильное, прикольное будет. Ты заметила, я как чувствовала, оделась прям как... А вот это движение грудью... Это его фирменное, мне кажется. Боже мой, это танец, и все. Теперь каждый побед... Это мой победный танец будет.
Все, я буду теперь везде вот так. Я буду ехать вот так. Реально крутое видео. Блин, очень крутое. А какой у него все-таки вокал? Да, вокал красивый. Да, надо заметить, правда. И такой вот в этой песне вот народные эти японские мотивы. А вот это... Да, как вы помните, аниме. Анимация, конечно, тут... Приделали на... Да, я приделаю вам, да. Нечто, я просто... Правда восхитительно. Мы опять поклоняемся. Да, спасибо, Ване, спасибо. Это бомба, это бомба. Я надеюсь, будут люди, которые тоже не видели с нами у тебя. Да. Почему мы это не видели? Слушайте, если вы еще что-то знаете такого рода, советуйте нам, блин, это очень круто. Это очень прикольно, смешно. Офигительно. Подписывайтесь на нас. Что еще делаете? Ставьте лайки. А еще что? Комментируйте. А еще что? Любите нас! Прочитали мои мысли. Пока-пока. Десон! Десон, братан!